дорогие друзья, хочу вас поздравить. Принято решение о создании в Саратове Нижневолжского управления федеральных дорог. Создание управления в Саратове – это привлечение миллиардов инвестиций, это, безусловно, рабочие места, это отчисление в бюджет, и я надеюсь, что заработные платы также дорожников вырастут. А заработная плата у дорожников влияет, в том числе, на зарплату бюджетников. Когда вот мы, разбираясь с этой ситуацией, увидели, что заработная плата дорожников в Саратове меньше значительно, чем, допустим, дорожников той же Пензенской области, в других регионах, ясно, что это значит теневая заработная плата, это значит, кто-то мухлюет заработной платой, а в итоге страдает большое количество людей. Не только те, кто работает на дорогах, но и те, кто работает в школах, в больницах. Поэтому, когда вот у нас получится уже разместить это управление, а так как это решение принято, соответственно, его реализация буквально дело 2-3 месяцев максимум, соответственно, многие эти вопросы начнут решаться более эффективно. Мы всегда боролись за право, чтобы это управление находилось в Саратове. А, увы, так сложилось в прежние годы, что это управление исторически находится в Пензе, но в Пензе останется такое же управление Большая Волга, а в Саратове будет Нижняя Волга, обслуживающая федеральные дороги, которые относятся к территории Саратовской области и прилегающих областей. А это был ключевой вопрос, который мы вот в 2016 году во время избирательной кампании обсуждали, и все говорили, что это вопрос номер один. Поэтому сейчас, решив этот вопрос, мы реально закладываем основу для того, чтобы эта проблема была целиком решена. Потому что с области снимаются большие расходные полномочия, замещаются федеральными средствами, и область, исходя из тех средств, которые у нее есть, сможет уже ремонтировать дороги и в Саратове, и в других городах области, на селе, межмуниципальной дороге. И за это также можно будет спрашивать. И в этой связи надеюсь на вас, тех, кто неравнодушен, тех, кто паблик пишет и сообщает о ситуациях вопиющих или ненормальных, с тем, чтобы можно было отреагировать. Ну и, конечно, там, где все хорошо, вы это отмечаете. Приятно, когда есть вопросы, которые решаются эффективно. Нам важно, чтобы таких вопросов было как можно больше. Еще раз вас поздравляю и надеюсь, что это не последнее решение. Еще хочу сказать, что до конца октября должно быть принято решение о передаче дороги Саратов-Алгай также на федеральный уровень. Всего доброго, хорошего дня.